ТЭЦ какой-то работает. Да, или это НТЗ? Короче, как-то так. Подъехать ближе не могу, так как не знаю, Вова это не Вова. Вова просто тут тоже обитает немножко. Ну, короче, друзья, как-то так. Вот. Че, проедем. Вот чем занимаюсь, друзья. Еще меньше выкладываю YouTube видео. Слежу за полями. Так как бы мне неудобно держать одной рукой, чтобы не впилиться куда-то. На разворот пошел. Камера хрень, телефонная, редная, на редную снимаю. Как-то так. Катался, обкатывал велик после помывки. Вот. На дождь вроде как бы заходит, трудяги. Столбик. В общем, как-то так. Почаще надо выбираться так в поля. Давайте встанем где-то. Давай. Напоминаю, велосипед продается. Напоминаю, если так. Пойдемте посмотрим, что-то он посеял или не посеял. Я, правда, вот таких вот тапочках и соответствующих. Да не, ничего вроде не посеял, не? Не, ничего не посеяно. Значит, просто пока культивируют. Хотя я думаю, что они уже что-то посеяли. Но хотя только сейчас, наверное, сев будет начинаться. В мае месяц. Потому что, не знаю, я сюда ходил... сюда ходил с батьком, проверяли поле. Ну, интересно, что здесь вообще посеяно. Вот, и как бы вроде бы подсолнух, вот там вот, мы сейчас туда проедемся еще, давайте, пока трактор тут разворачиваю, пока он туда едет, мы давайте туда проедемся, вот, возможно, это все пойдет на YouTube, вот, да невозможно, точно, давайте туда проедемся, и... подорожник, конечно, вот, вам покажу, что там как бы уже было что-то посеяно. Вот. Вот чем я, друзья, занимаюсь. Если так, телефон. Извиняюсь. Поехали. Вот. Вот так вот. Давайте быстренько вам покажу на том конце поля. Вот. А оказалось, что это поле не сеяно. Оказалось. Сейчас вам то поле еще покажу. Вот. Ну, короче, вот такой мини-влог. Посмотрим, что из этого выйдет. Понравится ли вам. И что из этого... Во! О, я! Здравствуйте!
что из этого получится вообще. Вот, если вам зайдет такие видосы, буду пилить. Вот, потому что ферму как-то меньше получается записывать. Вот, больше все же вот так вот по полям реальным катаюсь. Вот. Как-то так. Это у нас мини-лес такой. Вот. Мы уже почти приехали. Надо GoPro-шку себе покупать, если такой контент буду делать. Вот. Прошлый год здесь был подсолнух, прошлый год здесь был. Вот. Позапрошлый год тут был подсолнух. То бишь, 21 год подсолнух, 21 год пшеничка, 22 год подсолнух. Посмотрим, что в этом году будут сеять. Вот. Сейчас я вам экскурсию полей сделаю. Главное, чтобы меня не спалили, а то подумают, что ты тут сливаешь информацию. Подлюка такая малолетняя. Вот. Как-то так могут подумать. Вот. Потом сделаю еще обзоры на эти велосипеды. Планировал сегодня сделать, но сегодня, как видите, еще обкатываю их. Доехали. Успешно. Успешно доехали. Так. Вот, ну, это не похоже. Здесь было что-то посильно, да. Ну что-то здесь вылезало. Это, наверное, уже он перекультивировал. Во! Смотрите. Вот такие вот. Это в подсолнух, да? Вот. Вот такое было вот тут все поле, наверное. Я не знаю, подсолнух это или нет. Но что-то я написано, что подсолнух. Поехала машина. Следила за мной. Я пока в поле копался, он смотрел. Думал, что ж там копаешься. Да, конечно, в Украине снимать про поля, вот, лазить по полям, такое себе. Могут подумать, что захочешь. Да, менталитет такой у людей. Ну ладно, не об этом. Вот, ну так вот. Я думал, что это подсолнух. Вот, да, наверное, и не думаю, это и есть, наверное, подсолнух. Ну вот. Или бурьян, или подсолнух. Вот. Так было усеяно все поле. Вот. Ну, лично у меня у дома во дворе вот такие вот хрени растут. И из них получается подсолнух. У меня весь огород в этих гребаных подсолнухах. Вот. Один раз случайно семечку притащил с поля. Вот. И разрослось. Вот. Поэтому как-то так. Вот. Ну, короче, я думал, что тут что-то посеяно, а оказывается нет. Или что-то было посеяно, но теперь уже не посеяно. Перекультивировали теперь. Короче, посмотрим, что будет. И вот то поле сейчас вам покажу. Сейчас тапок землю вытрясу. Так, звонили мне. Вот отключил запись. Вот. Но все равно я это все буду монтировать на YouTube, поэтому... Соединил. Сейчас покажу вот то поле. Опять же, снимать неблагодарное дело тут. Давайте покажу вам сейчас вот поле заброшенное, которое... А вот здесь, короче, здесь работал Джон Дир. Примерно году в 19-м, 20-м здесь работал Джон Дир. Агротек. Вот компания Агротек здесь работала. Дисковали это поле. Сейчас, гляньте, это просто футбольное поле стало. Гляньте, трава повсюду. Здесь до этого садили
5 лет подряд рапс. А вы знаете, что рапс делает с землей? Он ее просто уничтожает и так далее. Вот эти 5 лет подряд рапса вылезли чем? Правильно, одним местом. Вот. Еще здесь работали в 21-м по ходу году на ХТЗ. Вот, пахали здесь, это поле здесь пахали. Вот все его спахали, и опять вот такая же хрень. Вот. Ну короче, потом, после пахоты, это опять же про 21-й год все рассказываю. После пахоты в 21-м году, где-то в июне-июле месяце, здесь пестицидом работал. Я не помню точно, или Амазон, или Кейс, здесь работал пестицидник. Вот. И тоже ни хрена не вышло. Вот. Поэтому поле угробили. Ну, если, друзья, если здесь бы подойти серьезно, с прямыми руками, как кажут, да, то это поле можно на ноги поставить. Вот. Всего лишь надо перепахать его на зиму, вот прям на зиму его перепахать, это поле, вот, весной, потом уже весной его опять, что ли, не, на зиму перепахать, вот, чтобы этого всего не было, вот, как-то так мне рассказывал Вова, вот, агроном наш, мой агроном рассказывал. Вот. Это поле на зиму перепахать, оставить его, ничего тут садить не надо. Весной еще раз перепахать, закультивировать и посадить здесь пшеницу или ячмень. Вот. Пшеница-ячмень, она же сама по себе как бы, там у нее, блин, корни охренеть какие. Вот, поэтому как-то так. Ну, короче, если подойти здесь с хорошими руками, но это поле можно возобновить. И здесь, думаю, гектара 2. Да, вот я, в принципе. Ну, поле идет там вдоль трассы. Вот там мимо заправки. Ну, я туда пока не ездил, потому что там далеко, во-первых, и грязище. Я туда до заправки хотел поехать сегодня. Вот, посмотреть, что там, да как. Я там уже год не был. Вот, но там грязище, грязь жуткая. А смотря, что мой велик только что помыл. Ну как только что, вчера помыл, вот, в Телеграм выкладывал, то вот у меня как-то так. Ну как-то так, в общем-то. Короче, такие вот дела. Вот. Ну что ж, друзья, вот в принципе на этом мой мини-влог закончен. Надеюсь, в этом году, да хотя вряд ли, пока война, с этим полем ничего не будет. Вова ему, кстати, хотел купить, он же... Я рассказывал, что Вовка содержит тоже, ну, мини-фирму, так скажем. Ну, как фирма? Фермерское хозяйство, там МТЗ, ЮМЗ, вот... Но денег у него дофига. Вот, в принципе, Вове предлагал купить это поле. Он говорит, пока надо на него приехать, посмотреть. Ну вот, Вова, в принципе, если ты будешь смотреть этот видос, вот оно, это поле. Не знаю, сколько тут гектар. 2 гектара, наверное, точно есть. Ну, 2 точно есть. Больше не знаю. 5 не знаю, но 2 точно здесь есть. А там какой-то трактор китайский, неизвестный работает. Но это точно, наверное, не МТЗ, не белорус. Ветер, наверное, хер меня сейчас слышно. Вот, поэтому как-то так. Ну что, друзья, на этом, в принципе, все. Как вы, мини-влог. Вот, вы узнали теперь, чем я занимаюсь, когда не записываю серии. Вот, кстати, сегодня должно было выйти метро 2033, но, как вы видите, сегодня вечером, наверное, сегодня или завтра выйдет эта серия. Вот, я пошел
дальше прокачусь и буду, в принципе, закругляться. Напоминаю, этот велик продается. Ну, я еще запишу видос и выложу его на OLX. Вот, цену пока что не уточняйте, я сам не знаю, сколько за него отдать. Вот. Надо будет потом подумать, проанализировать минусы и плюсы и ставить тут цену на этот велик. Вот, как-то так, друзья. Ну что, я, наверное, на этом буду заканчивать. Вот. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие видосы, такие влоги. Если да, будем почаще делать. Вот. Возможно, даже поеду к Вовке. Поработать на тракторе, возможно. Вот. Пока что все. Кстати, видите, если заметили, вот здесь сухо, а там влажно немножко. Вот здесь земля сухая. Упадешь ли ты? Не, не упадет велик. Сколько время? Это 17.49, да? Да, 17.49. Тут земля сухая, как бы. Видите, тут влажная еще, но... Здесь нет. А смысл здесь культивировать? Участок небольшой, тут они вот один мусор. Тут разовьется, видите, камни какие-то, а нет, камень. Это камень какой-то нахер. Вот. Хотя здесь, видите, первый раз прошлись дискатором или культиватором. Ну, короче, как-то так, друзья. Все. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч. Всем пока.